Всем доброго утра или доброго дня. Сегодня меня нет в кадре, а я за кадром. И я хочу вам сегодня представить свою коллекцию эфирных масел doTERRA. И не только масел, но и других продуктов. Это вот моя богатая полочка, точнее стеллаж. И я хочу провести экскурсию по этому стеллажу и показать вам, как я использую эфирные масла в своей жизни. И давайте начнем прямо с верхней полочки. Я подойду вот сюда. Это у меня раздел добавки. У меня всегда в запасе стоит несколько добавок. Ксиомега. Это у меня сейчас одна баночка, вторая на кухне в ходу. Это у нас омега-3 жирные кислоты. Рыбный жир из мелких рыбок, которые плавают на глубине. То есть это чистые рыбки, не загрязненные отходами, которые плавают на поверхности воды. Следующая добавочка – это DDR Prime. Это волшебный совершенно комплекс. У меня их аж 3 банки, и я все время держу их в запасе, потому что это клеточный комплекс, который отвечает за поломанные клетки и способен их находить и восстанавливать. То есть это такой своеобразный монтёр, я бы сказала, монтёр, да, нашей клеточной системы, и людям, которые уже в возрасте, очень неплохо всегда иметь в запасе такой комплекс. Следующая добавочка – это Deep Blue, полифенольный комплекс добавок, который мы используем для опорно-двигательного аппарата. Мы с мужем уже люди не молодые, нам 60 и за 60, поэтому эта добавка у нас на постоянном использовании, так как опорно-двигательный аппарат, сами понимаете, в этом возрасте нужно беречь. Следующая добавочка – это Serenity. Этой добавкой пользуюсь я и моя мама. Это для того, чтобы иметь хороший сон, спокойное засыпание, бодрое просыпание. Ну, маме моей 86 лет, поэтому для нее эта добавочка очень актуальна. Я ее пью, потому что я привыкла работать долго, сидеть допоздна, и иногда мозг работает так активно, что не можешь никак заснуть. В мозге постоянно идет какая-то работа. Так вот, чтобы мозг расслаблялся перед сном, я принимаю эту добавочку Serenity. В этом флаконе у меня фракционированное кокосовое масло. Это у нас doTERRA базовое масло, которым мы разбавляем другие эфирные масла. Здесь у меня лежит литература по маслам. Очень много полезных рецептов, как применять те или иные масла. Это всегда под руками. Передвигаюсь дальше на следующий раздел в моей коллекции. Здесь у меня масла, которые я использую редко. Например, такие как Терашилд, Иланг-Иланг, Пачули. Эти масла я применяю, ну, по ситуации, потому что и бывают разные ситуации в жизни, связанные либо с эмоциональным всплеском, либо с какими-то проблемами телесными и так далее, женскими проблемами. И тогда приходится обращаться к этим маслам. Но поскольку я человек, не особо страдающий проблемами со здоровьем, поэтому я обращаюсь к ним довольно редко. Здесь у меня в запасе стоит жидкое мыло для рук Citrus Bloom с ароматом цитрусовых. Очень люблю его пенистую шелковистую структуру. И еще одна ниша в моем стеллаже – это пустые флаконы, которые я уже использовала. Как видите, их много, и мне их просто жалко выбрасывать. Я их ставлю в отдельную полочку. Опускаемся на нижний этаж. Здесь у меня еще стоит ряд масел. Здесь у меня идут флаконы по 5 мл. То есть стандартные флаконы doTERRA – это 15-миллилитровые флаконы. Здесь у меня в 5-миллилитровых флаконах масла. Как правило, doTERRA помещает в 5-миллилитровые флаконы масла, которые имеют более высокую цену, да, и чтобы цена не кусалась, масло помещается в маленький флакон. Масла, которые используются не так часто, как обыденные, и это масла специфические. Ну, например, что мы имеем в виду?
Вот пример. У меня стоит краешку масла сандала. Масло сандала – это мужское масло, и его очень хорошо используют для массажа интимной зоны мужчинам, у которых уже есть проблемы с простатитом или угроза по простатиту в силу возраста. Поскольку, как я уже сказала, моему мужу больше 60, ему уже 65, мы очень тщательно заботимся о своем здоровье, поэтому я регулярно делаю мужу массаж с вот этим эфирным маслом. Это очень интимный массаж. Конечно, его могут делать друг другу только близкие люди, но прелесть его не только в том, что он полезен, но и в том, что такой массаж просто сближает людей, делает их отношения более теплыми, близкими. Что еще можно отнести к таким маслам не очень частого применения? Ну, предположим, масло можжевельника, да, скажем, у кого проблемы с почками. На самом деле, как я уже сказала, у нас в семье не так много проблем со здоровьем, поэтому вот эти маленькие масла я приобретала больше для коллекции. Купила римскую ромашку, но пока еще ее не использовала. Масло черного перца можно использовать в салатных заправках. Масло кардамона можно чуть-чуть добавлять в кофе или чай для вкуса. Масло корицы мы можем, да, тоже добавлять в различные смузи или выпечку, если мы их делаем, да, но поскольку я делаю редко выпечку, то и, соответственно, масло корицы тоже у меня долго стоит. Есть вот такая праздничная смесь Citrus Bloom, хорошо для диффузора применять. И вот есть дорогущее, предорогущее масло мелиссы. Это очень ценное масло, такое дорогостоящее, но оно незаменимо в протоколе дыхательном. Поскольку мы долгое время использовали протокол дыхательный для лечения бронхиальной астмы моего супруга и благополучно вылечились, то масло мелиссы было там просто незаменимо. Передвигаюсь на следующую полочку второго этажа. Здесь у меня масла такие наиболее ходовые. Причем вот тут справа, с краю, у меня стоят три вещи, которые я специально поставила с краю, потому что ими все время пользуется мой супруг. Он прибегает со своих работ и быстрее хватается за крем Диблу, за стик Диблу и за Копайба, потому что это три вещи для снятия боли в опорно-двигательном аппарате. У него то спину прихватит, то он там перетрудился, у него руки болят, да, таскал тяжести. И вот эти вещи, они помогают ему снимать боль, расслабляют мышцы, обезболивают. Копайбу можно даже внутрь принимать под язык, она вкусная. Это такие обезболивающие вещи. Дальше у меня идут ходовые масла «Баланс». Я часто применяю баланс для того, чтобы себя уравновесить, поскольку работа у меня такая напряженная, часто бывает нервная. Достаточно нанести масло баланс на стопы, как приходит успокоение, гармонизация, и снова я спокойна и уравновешена. Орегано у нас идет как иммуномодулятор, онгард – противовирусная смесь, ладан. С ладаном у меня вообще целая история. У меня их здесь, смотрите, аж целых 4 флакона я запасла, когда у нас была такая была акция в Дотерра. Нам дарили ладан на определенных условиях за заказ. И я сделала несколько заказов, чтобы получить ладан в подарок. Ладан вообще это масло волшебное, необыкновенное. И мы можем применять его в самых тяжелых ситуациях, когда ну, когда уже не знаем, что еще применить, чтобы нам что-то помогло, мы применяем ладан. Его можно применять и наружно, и ингаляционно, и даже внутрь. И у меня есть отдельное видео по ладану, можно посмотреть по ссылочке вверху экрана. Масло дикого апельсина, да, часто употребляем с водой, для вкусной воды. Масло лаванды постоянно в ходу, потому что это смягчение кожи. Масло адаптив. Прекрасная смесь эфирная, которая позволяет легко переживать стрессы. Масло мяты перечной – это при головной боли. Ну, голова у нас болит редко, но все равно стоит всегда на ходу, чтобы можно было быстренько его найти. Масло миры – это дорогое тоже масло. Применяем очень редко в каких-нибудь протоколах.
Шалфей мускатный, тоже редко применяем, но это женское масло, и есть очень интересные протоколы с применением шалфея мускатного для решения женских проблем. Дальше идет пищеварительная смесь Дачас Дзен, тоже обязательно всегда стоит на видном месте, потому что никогда не знаешь, когда у тебя может случиться какая-то проблема с животом, да, то, может быть, чего-нибудь не того съел, или где-то был в гостях, что-то, да, где-то переел немножко, вот это помогает Дачас Дзен. Зиндокрин – это смесь для поддержания здоровой функции печени. Но поскольку печень наш самый многострадальный орган, мы всегда держим это масло на полочке. На втором плане у меня стоит линейка On Guard. Это жидкое мыло для рук, это концентрированное средство для ухода за поверхностями, такое чистящее, зубная паста On Guard, полоскатель для рта, зубная нить On Guard, зубная паста отбеливающая On Guard. Все эти вещи у нас в ходу каждый день. У меня и в ванной целый комплект стоит, потому что On Guard – это смесь, которая нас охраняет от вирусов, инфекций. В общем, это смесь, которая всегда на страже. Самый крайний отсек у меня – это мои вещи, которые я использую вот так несколько раз в день, быстро на ходу. Ну, во-первых, это сыворотка для тела, добавляю ее в уходовый крем. Это масло, смесь масла гранатовых зернышек и эфирное масло тысячелистника. Это тоже уходовое средство для регенерации кожи, клеток кожи. Его можно наружно в крем добавлять и внутрь, под язык, по капельке, утром и вечером. Женщинам, которые уже в возрасте, да и мужчинам тоже, это очень-очень необходимая вещь. Ярапом называется. Это лосьон для бритья. И хотя он, точнее, после бритья, все время я ошибаюсь. И хотя он после бритья, я его использую просто так вот на ходу, для рук, для лица, как базу нанести на кожу с эфирными маслами. Очень удобная форма, он такой, текстура у него мягкая, легкая, жидкая и очень хорошо впитывается в кожу. На заднем плане есть еще у меня тоник для сужения пор, использую в основном летом. Крем уходовый для лица, базовый тоже, дотеровский, использую как базу вечерний крем. Ну и опускаюсь теперь еще ниже на этаж. Вот здесь у меня конфеты. Но конфеты непростые, это леденцы Бриз, которые очень любит мой муж, поскольку, как я уже сказала, он бывший астматик. Теперь я уже смело говорю бывший, потому что мы решили проблему астмы. Но эти конфеты он долгое время употреблял для облегчения дыхания, да и сейчас иногда к ним прибегает, когда хочется свежести дыхания. Это очищающий гель для лица, тоже его запасаю всегда много, потому что скоро лето и нужно будет часто умываться, огородные работы, поэтому такие средства никогда не будут лишними. Здесь у меня целая батарея тоже моющих. Ну, в запасе лосьон после бритья, гель для душа «Лесная свежесть», еще другой вид геля для душа, там с цитрусовыми маслами. Здесь у меня роллеры. Роллеры – очень удобная штука. Роллеры, когда ты можешь не разводить масло базовым, а уже в готовом варианте пользоваться им для быстрого применения. Например, масло розы. Я применяю его для лица. Очень удобная форма нанесения. Масло уже готовое в разведении. Удобно пользоваться для кожи. Таких роллеров у меня несколько. Роллер с чайным деревом для решения кожных проблем. Роллер On Guard очень хорошо обрабатывать руки где-нибудь в дороге, в общественных местах. Роллер не роли, это просто мой парфюм. Я очень люблю его запах. Роллер Deep Blue, но это тоже для опорно-двигательного аппарата, чтобы обезболить быстренько какую-нибудь часть тела, которая перенапряглась. Роллер мяты перечной на виски при головной боли. Роллер Дайджес Дзен, пищеварительная смесь, на живот, в пупок при проблемах в животе.
роллер орегано наносим на стопы для поднятия иммунитета. Здесь еще есть вот такая маленькая штучка. Это у меня кварцевый скребок гуаша для массажа лица. Он идет в комплекте с маслом Ярапон. Передвигаюсь на следующий стеллаж. Это у меня детская пенка для мытья, но я ее использую для умывания. Мне очень нравится ее нежная текстура, шелковистая. Она не сушит кожу и очень хороша для повседневного применения. Это у меня мой подарочный набор, который я сама себе подарила на 8 марта. Здесь у меня три редких масла. Это масло даваны, масло османдуса и смесь цитрус блум. Это парфюм, но у него есть еще много других загадочных, таинственных функций. О них я рассказывала в отдельном видео. Следующий отсек. Здесь у меня кондиционер для волос. А, кстати, вот тут еще у меня за блокнотом спрятан шампунь. Вот, шампунь и кондиционер я использую для своих непослушных волос. И вот здесь у меня три коробочки. Это у меня наборы. Это та самая знаменитая семейная аптечка, на которую все очень любят регистрироваться в Дотеро, где 10 самых ходовых масел. И еще один набор. Это тоже волшебный набор, который называется АТТ. То есть это набор масел для применения массажа Aroma Touch. Арома прикосновения. Я, правда, отсюда уже вытащила одно масло, которое мне нужно для протокола. Вот. Это набор, на который тоже можно регистрироваться в Дотеро. И делая массаж вот такой АТТ себе и своим близким, мы получаем очень классную перезагрузку всего организма. И этот массаж тоже очень улучшает отношения между людьми. Ну и осталась у меня еще одна полочка, такая рабочая. Это у меня текущие протоколы. Например, вот здесь собраны масла, которые я делаю сейчас мужу. Протокол, даже написано здесь на бумажке, воспалительный. То есть прямо подборочка из нужных масел, которые идут у меня по порядку. Я знаю, в каком порядке их применять. Протокол воспалительный нужен для того, чтобы решить какие-то острые проблемы. В данном случае мы сейчас мужу лечим его поясницу. Так, она у него побаливает, потому что очень много трудится и есть застарелые травмы с позвонками. Поэтому применяем этот протокол. А это остаточки от протокола дыхательного. Мы делали его очень активно долгое время для решения проблемы с астмой. Теперь у нас проблема эта решена, поэтому он стоит сейчас пока не востребованный. Здесь тоже были масла другие, я их забрала для других целей. Еще хотелось бы добавить про диффузор. Это крайне необходимый гаджет в доме, потому что с помощью диффузора мы можем распылять эфирные масла в помещении. Для этого достаточно налить воды, добавить несколько капель масла, включить в сеть. И диффузор работает как естественный ароматизатор помещения, наполняя его тем ароматом, который вы в данный момент хотите. Будь то хвойный, будь то цитрусовый, будь то какой-то еще другой аромат, который вам нужен по ситуации. Вот, пожалуй, и весь обзор моей коллекции Дотеро.